Все, полетели, короче, дальше. Дальше у нас что? Дальше надо закупить предметы. Хорошо. Какой ты выбрал дом? Не-не-не, давай. Давай мы закончим со старым говном. Да, а напоследок оставим хороший дом. Адекватный. Потому что не хочется мне сразу начинать страдать. Плюс там еще скоро пицца доберется до меня. А, как говорится, лучше поднимать себе настроение пиццей, правильно, после дерьмового домика, чем опускать себе настроение после пиццы. Я предлагаю быстро вычислить призрака тут на самом деле. Что тут за призрак? Отвечает всем. Все, полетели сразу. Терпеть не могу этот дом. Пошли. Не, ну типа яйца, конечно, тоже надо собирать. Вот я вижу уже одно яйцо, ладно, пока я тебя жду. Ням. Думаю, этот дом меньше, чем другой, который... Ну, посмотрим. Так. Так. Яичку, яичку. Вон. Оп, яичку. Вот еще одно. О, яичко. Яичко. Это, блин, какой язык? Польский? Яичко. Вообще, по-моему, это довольно близко к польскому, да. Но оно и звучит как-то по-польски. Ну, короче, яйца, ну, типа, конечно, по дороге собираем. Но, типа, стараемся изначально вычислить пиздюка. Так, кто радио Это где-то был включал? я. Так, насчет пиздюка, тут вообще-то из зеркала. Где пиздюк? А, по-моему, это комната, где есть картина какого-то маленького пиздюка. И... Блин, ну это мне надо бегать. Мне надо бегать и смотреть, где я найду. Ну, бегай, смотри, я пока яйца тут ищу. Сейчас открываю шкафчики. Да давай ты. Нашел? Это демон. Ты Походу умер? сейчас умру. Нет, ну походу умру. Я поздно выключил этот. Да уж, да уж, да уж. Сколько там у нас? Максим По-моему, было 80. чуть не довыебывался. Да, 60, 60, 60, 70. Короче, я беру два креста. Зато ты уже, как говорится, это выполнил нам одно задание. Спасибо тебе. Так ты, мы знаем, Быстрее где он? крест. Я убежал от призрака даже без вонялки. Не, подожди, ну Да, зато мы... А, он... нет, так подожди, мы же уже знаем, что это демон, да, просто. Поэтому просто демон. Просто изи. Да, я иду кидать ему кресты в комнату. Не, ну тогда я выкидываю всю соль, вот это все говно. Я, короче, Не, пошел. но соль не помешает. Давай мы пока не будем этой херней страдать. Я предлагаю пока взять с собой лучше смудж-стик и зажигалку. Короче, нам нужна сполохуйка. Обожаю это название. Мне еще интересно, в этом доме где-то будет снаружи. Но мне кажется, они яйца снаружи раскидывают только возле машины. То есть вокруг домов и так далее они ни хрена не раскидывают. Сказать честно, Шо? есть два яйца сзади дома. Скажите честно, нахуй ты смотришь сразу в картинке? Ну, ты спросил, я посмотрел. Охуенно. Я сразу кидаю чат, но не смотрю, ты яйца пропустил. Где? Я там еще не был, когда ты мне сказал, что яйцо за домом. Тут вообще, Я блядь, тут здесь... был только что. Ну, я имею в виду, что я как-то прошел и не смотрел в том месте. И тут троица прошел. Да Два похуй. яйца, оба яйца за одного того мимо прошло.
Так, все, отстань. И по нехер, блин, яйца раскидывать мне дома. Все, заходи в дом. Я в дом пошел. Ну, наверное, зря в дом пошел, потому что я без палок вонялок. Он же на первом этаже? Да. Он на первом этаже. Блядь, дерьмо демон. Вот как я его буду называть. А где свет вообще включается? На третьем, да, этаже? А, тут нет третьего этажа. Фух, значит, хуй его знает, где свет включается. Три комнаты. Есть выбор. Одна комната за демоном. Хм. Если что, по-моему, там еще какой-то вид призрака может открывать рану, не только демона. Ну, вообще, да. По-моему, это Тая. Да, она такая. Блять, меня смущает, что я захожу в большие комнаты и как-то не вижу особо яиц тут. Потом просто кажется, что я ебу бу, который просмотрел половину яиц. Некоторые яйца, конечно, довольно очевидно лежат, бесспорно. Они еще такие же, как бы, разноцветные. Прикинь, если бы все яйца были тупо коричневые. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Да. Ой, так не хочется подходить ближе к комнате призрака, а ведь еще и в комнате призрака есть куча. Свет бы на самом деле включить, серьезно. Когда не за комнатой призрака. Охуенно. Ладно, я пошел в комнату призрака. Не поминайте лихом. Не бойся, не будем. Да, свет в комнате призрака. Ты включил? Отлично. Да. Ну, раз уж тут, я повалю яйца призрака. Только его яйца не трогай, то он разозлится. О, крест загорел. Прям подо мной. И призрак блин, такой. Я еще не все яйца собрал. И призрак такой думает, туда ли ты зашел, петушок? О, чуть одно яйцо не пропустил. Да, вот и кажется, нельзя пропускать яйца. Поверь мне, все яйца будут пропущены. Что такое? Уже чихнул. Так, по моему внутреннему таймеру призрак уже должен был второй этот крест сжечь. Охуенно. И
река? Нет. Да? Нет. Да нет. Жаль, что он так будет. Так, там было, кстати, признак температура, что сокращает список призраков, которые рано атакуют, до одного демона. Ну, славно. Так, походу мы все яйца собрали. Призрак. Призрак. И свет все. Погас. Что все? Ну, все, закончился. Я думал, ты уже закончился. Блядь. Что? Только не говорите, что не что, призрак уже в моей комнате. Потому что только что зашептал в другой комнате. О, яйцо. Тупо рандомное яйцо нашел. О, хорош. Сколько яиц мы собрали? О, охота. Два яйца осталось. Советую тебе идти домой, чтобы выпить таблеток, чтобы он меньше активничал. Угу. Ну что там? Уже все. Прикольно, что когда охота заканчивается, свет опять включается. Ну, на втором этаже, по идее, не должно быть яиц, потому что я сначала так все проверил, а потом проверил с картой. Но если я, конечно, с картой еще проебался, это будет сильно. Не, ну, два яйца это сильно. Ты на первом этаже с картой все проверил? Без карты. Некоторые комнаты с картой. И как понять, как где мне тебе помогать? Вот эта первая комната, я ее без карты проверял. Тут могут быть яйца. Какая первая? Вот эта большая? Вот эта, да, большая. Ты помнишь, что призрак? Вон в той комнате. Кстати, крест надо. Он крест так завязал. Я блять, Максим скинул. Прошел мимо яйца и, блядь, даже не посмотрел на него. А крест ты туда кидал? Только что кинул второй поближе. Насчитал или нет? А где призрак? А, правая комната с правой стороны. Так что там, смотрел яйца? Так, одно яйцо осталось. Так, подожди, откуда мы заходим? А, мы отсюда заходим. Справа сразу ступеньки, да. Кажется, это охота. Кажется, я очень плохо спрятался. Тупо пол комнаты открыто для меня. Если сюда заглянет. Он на второй этаж пошел. Хорошо. Сейчас, подожди. Секундочку. Все. Так, все, пицца приехала. Да он постоянно свет вырубает, этот полудурок. Вот он в другой комнате, потому что крест не завязал. Так, давай, короче, это быстро искать. Вот мы входим, да? Значит,
Какую Давай комнату? закрывать те двери, которые точно прошли. Ну, на втором этаже вроде ничего не должно быть. Первая комната, ты точно ее проверял, когда только входишь? Без карты, блять. Опять? Бля, я нашел, где он. Так это охота? Не, не, это не охота. Он стоит тут. А что ты меня раньше не позвал? А зачем? Ну, это был бы прикольный момент. Ну, в принципе, да. А где призрак? В какой комнате? А походу там, где мы сейчас стоим. Прям здесь? Примерно. Ну блин, ну где это гребаное яйцо? Возможно, тоже тут. А, на кухне, вот тут, по идее, все проверял. Вот в дальней комнате точно все закрывало. Что-то свет, где-то свет включить. Проблема в том, что в случае чего тут не спрячешься нормально. В дальней комнате можно спрятаться. Я все-таки надеюсь, что последнее яйцо не на втором этаже. Я там не был, кстати, ни разу. Нужно пойти на второй этаж. Я пойду на второй этаж первый раз. Да я тоже схожу еще раз посмотрю. Да. О, второй этаж. Да. Опять яйцо было в таком месте запрятано, что я подумал, что вроде я его там взял. Ну что ж, в принципе, нормально так. Я пытался поработать микрофоном, словить призрака, но что-то не отвечал. Но делать при фото демона, мне кажется, это глупая затея. Спрятаться от него пойдет легко. Ну да. Не, хочешь, возьми микрофон, давай на входе посидим просто за ящиками, ты повылавливаешь звуки. Hello. Я думаю, как это сделать все. Как лучше всего, блин, садишься и ждешь. Я просто фотку хочу сделать. Так сказать, два этих за один заход. Две это нервные извилины. Ладно, ладно, поехали, поехали. Это все равно уровень сложности низкий, тут мало тут денег. Начинается. Ну что ж. Изи демон. Демон, который сам себя спалил, клоун.